Захожу я, значит, пройти обе, а это обе мое, оказывается, точнее, про меня, а не мое. Создатель игры, ребят, у нас Депитан 77756. Интересно, давайте глянем, что он сделал. Посмотрите, вот обе прикольно, про меня вообще еще никто не сделал. Я уже позвал подписчиков играть, если вы хотите, кстати, играть вместе со мной, заходите в мой инстаграм, проявляйте активность, будьте самыми активными, пишите комментарии, ставьте лайки, и я вот, как видите, этих ребят буду брать с собой играть. Итак, ну что, ребята, я думаю, он будет в шоке, когда мы зайдем, потому что посмотрите, как много людей сюда зашло играть. Это просто капец. Так, тут можно переодеться, я так полагаю, да? Или нет? А ну-ка, опачки, ребята, это же у нас краб гейм, гляньте, посмотри. Ай, черт, почему именно я? Что? Вы видели? У меня под жопой ничего не было, что ли? А, стоп, ладно, надо было сначала костюм взять. Давайте попробуем. Слушайте, мне что-то интересно, гляну, что там у меня. А ну-ка, давайте. Так, а ну-ка, давайте. Что такое? Ребята, это что, моя попа, что ли? Да нет, слушайте, я не знаю. Ладно, тут уже подписчики пошли проходить без меня. Ребята, погодите, погодите, аккуратно, не толкайтесь. Пацаны, пацаны, все нормально. Девчонки, мальчики, девочки, тихо. Окей, это опаснее, чем я думал. Так, ладно, тут очень много. Посмотрите, как много людей, это капец. Почему 10 утра, ребят, почему вы не спите, я не понимаю. Ладно, давайте сюда, прыг, вот сюда вот прыг. Так, здравствуйте. О нет, кто-то, что с ним, ему плохо? А, это NPC, типа. Тихо, дайте на чекпоинт остать. О, все нормально. Итак, ребятушки, слушайте, я вот давно не видел, чтобы про меня игры делали. Оказывается, тут делают обе вместе со мной, ребят. Офигеть. Офигеть, делайте, делайте обе, называйте Брайс. Точнее, чтобы в названии вашего обе было Брайс, чтобы я вот так вот поискал, зашел, поиграл, потому что реально вы что-то, ребята, интересности делаете. О, можно вообще вот так пройти. Нормально. Так, ладно. Вот еще один чекпоинт. Добрый вечер, Влад Брайс. Здравствуйте. Это мы как раз. А так, опачки, тихо, 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 оп. Это что? Оу! Оно скидывает вниз, оказывается. Я не знал. Так, аккуратненько надо заходить. А чё ж? Тут очень узко, ребята. Вы можете двигаться, пожалуйста, не стойте. Не стойте, вы меня мешаете, люди. Ладно, давайте встанем сюда. Что, подожди, что? Я понял, что вы стоите. Тут нифига себе собака. Псина флексит. Гля, ух ты, ё-моё. Офигеть, слушайте, мне нравится. Офигеть. Ладно, окей, хорошо, прыгаем. Опачки, здравствуйте. Это что? Чья кошка? Это чья? Это посмотрите, она живая. Кошка живая? Офигеть, я первый раз вижу кошку, которую живую, кстати. Ну, точнее, в игре. Это я-то видел в реальной жизни. Кошки-то живые бывают. Ну, посмотрите. Она типа бегает или что? Тихо, не спугните. Тихо. Вы куда-то ее пугаете. Стоп, она же упадет. Аккуратненько. Так, ладно, нам нужно залезть наверх. Угу. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, мы почти прошли, оказывается. Ё-моё. Тихо, да не толкайтесь. Чего вы толкаетесь-то все? Спокойно. Ой, нет, чувак упал, нет. О, давайте реально сталкивать подписчиков. Так, давай. Стоп, полетели, давайте. Летите, мои хорошие. Так. Тихо, спокойно. Опачки, так, ладно. Здравствуйте, Дед Мороз. А чего вы все это в Санта-Клауса переоделись? Праздник? Я понимаю, что вещи там бесплатно, все дела, но праздник же. Праздник. Праздник, это хорошо. Так, а что тут у нас? Тут у нас какие-то проблемы. Да не толкайтесь, вы дайте пройти, ё-моё. Воу-воу, тихо, стоп. Стоп. Чего меня толкают? Толкают подписчики, вы прикиньте. Так, ладно. Еще раз. Посмотрите, сколько народу набежало. Офигеть, я столько людей не видел еще. Так, заходим. Оп. Нифига, Стив, ты ляд. Ля флексишь, Стив, тихо, ты аккуратненько. Ты же играешь со смертью, ты же сейчас упадешь, ты в курсе? Стив, аккуратно. Аккуратно, ты прям на краю. Не, ему походу все равно. Давайте его столкнем. Пока, Стив. Пока. Удачи в Майнкрафте. Интересно, он появится? А, черт! Спасибо. Я вместе с ним теперь лечу. Он появился опять. Он появился опять. Посмотрите. Вот он. Тихо. Да, ладно. Двигаем дальше. Здравствуйте, Влад Брайс. Здравствуйте, как поживаете? Все у вас хорошо. Так, аккуратно. Поднимаемся. Блин, супра убили. Аккуратно. Я пытаюсь, ребята, играть нормально, но огромное количество подписчиков мне немного мешает. Да что такое? Я же нормально прыгнул. Что за фигня? Так, оп. Оп. Здравствуйте. А что вы все меня типа ждете, да? Окей, это что такое? Оу, тихо. Здравствуйте, ребят, мы почти прошли с вами. Тихо! Кто знал, что эта лестница исчезает? Хотя я, в принципе, знал, я, правда, забыл. Я не знаю, как мы сейчас пройдем, потому что сейчас все подписчики будут пытаться залезть на эту штуку. Это будет просто невозможно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо.
Спокойно, 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 ребятки, спокойно, тихо. Тихо, 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 тихо. О, так, ну это изи вообще. Ладно, это не столько изи, насколько я мог себе представить. Ну ладно, давайте еще раз попробуем. Так, ага, вот сюда, я понял, здравствуйте. Так, а тут куда? Давайте ладно, красное это зло. Все, на красное не идем. Давайте еще раз. Я так просто не сдамся. Так, дружище, синяя. Ага, вот сюда, понял, заходим. Так, а тут куда? Опять красный. Да что такое? Слушайте, я думал, что, типа, знаете, закономерность такая есть. Типа, херак-херак и... Это, ну, вы понимаете. Красный. Ладно, ладно, все хорошо. Давайте, я пытаюсь. Так, куда? В синюю? Ага, идем. Идем, так, опять. Куда же на этот раз? Зеленая? Да что ж такое-то ты делать-то будешь? Ребята, помогите, мы почти прошли. Стоп, секунду. Так, я забыл. Синяя, по-моему. Ага, а тут какая? Тут, по-моему... Ну, точно не красная. Вот это, по-моему. Ага. Так, а тут мы куда бежали? Ага, вот сюда мы. А могли бы вот так, в принципе, пройти. Типа, вот так вот просто и все. А ну-ка, давайте попробуем. Давайте попробуем. Сейчас умрем. Попробуем пройти просто вот как читеры. Давайте. Так. А ну-ка. Оп, тут shift работает. Вообще имба. Вообще имба. Смотрите. Оп. Оп. Смотрите, оп, замечательно просто так. Окей. Аккуратно, аккуратно, ребята, тихо, не столкать. Да не толкайтесь вы. Что за люди толкаются? Так, ну ладно. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, тут... я не обратил внимания, на которой доске стоят все. Ладно, я не настолько глуп, насколько вы можете... Да как это произошло, не понимаю. Я же просто шел туда, куда надо. Меня опять столкнули, что ли, получается? Так, я пытаюсь, ребята, я пытаюсь. Так, может быть, вы перестанете меня толкать? Вообще-то, тут можно прочекать, смотрите. Вот так, таким образом, ля, смотри, можно прочекать, какая из них... Вот, видите, все очень просто. То есть это... Я просто хотел прыгнуть на краешек. Я не собирался падать, меня столкнули опять. Так, ага, вот сюда. Так, смотрите. Вот, видите, пролазит нога. Проскальзывает. Так, вот тут, а вот тут нет. Тут идем дальше. Чего? Я не понимаю, я играю как дебил какой-то. Все должно же быть нормально. Почему я играю как дебил? Так, вот сюда заходим. Так, вот это, да? Ага. Я понял, я просто привык, что там это на конце что-то есть, а тут ничего нет. Так, аккуратно. Ребят, самое главное, не толкайтесь, пожалуйста. Договорились? Так. Стоп. Как это произошло, я не понял. Я ничего не делал. Я ничего не делал. Ладно. Тихо. 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 Тихо, тихо, тихо. Ну, Настик, спасибо, моя хорошая, но не могла ли бы ты слезть с моей головы? Я тут как бы прыгать собираюсь, а? Помогите, я не могу спрыгнуть. Тихо, тихо, не толкать. Ладно, хорошо, я не сильно злюсь на вас, ребята. Нет, нет, мы сейчас пролезем, пройдем, Я же далеко был, я же на центр спрыгнул. Да что вы делаете с этой жизнью? Да как такое может быть, я не понимаю. Это же легчайшее обе. Почему я не могу его пройти нормально? Потому что мне подписчики мешают или что? Ты издеваешься? Да ты стоял, ты не мог уйти, я же прыгал туда. Ладно, хорошо, давайте... Вы что, решили поприкалываться, что ли, надо мной? Ну, я понимаю, что вам весело, там все дела, но... Тихо-тихо, спокойно, спокойно. Dear Fox, держись. Dear Fox, тихо. Наконец-то, ребята, наконец-то мы сейчас пройдем. Только не толкайтесь, прошу, не толкайтесь. Фух. Ладно, так, еще подписчики все меня ждут, только вот лучше вы ждали меня на чекпоинте, а не вон там где-то, ладно. Так, продолжаем, ребят, мы походу прошли. А ну-ка, что же нас ждет как награда, ребята, робоксы что ли? Здравствуйте, Влад, ты сможешь, спасибо большое. Так, это я, смотрите, это я, поздравляю, ты выиграл, спасибо. Так, это что такое? Это что такое? Как этим пользоваться? Что, а это что такое? О, у меня шляпа откуда-то взялась. Откуда у меня шляпа взялась, я не понял, ладно. Окей, гляньте, ребята, тут можно поразвлекаться. Что, можно почилить? А ну-ка, давай. О, это что такое? Что за кнопочки? Ball Bass? Помогите. Помогите, я что-то... Подожди, Super Jump? Как им пользоваться? Но Ball Bass, кстати, смотрите, работает. Только, подожди, мы можем на него... Мы можем, собственно, обе создавать, ребята, давайте попробуем. Тихо, ребята, собственно, обе, давайте. Сейчас все будет. Тихо, вот так, давайте. Давайте, забираемся на самый верх. Так, это будет сложно. Так, аккуратно, подожди, не падай. Ладно, хорошо, занимайтесь там этим сами. Давайте сейчас посмотрим. Dark Pass, а ну-ка. Вау, ребята, помогите. Живи, вроде живем. Так, мне нужно как-то подси...
под себя, помогите, помогите. Ребята, я не хочу умирать, мне нужна ваша помощь, срочно, помогите. Я очень прошу вас помочь мне. Кто-нибудь, алло, подписчики, помогите, я застрял. Я живой, я застрял, помогите, кто-нибудь, спуститесь вниз. Прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, спуститесь вниз, спасите меня отсюда. Ладно, тут есть какая-то Fire Pass, а ну-ка, давайте Fire Pass попробуем. Ладно, держи. Ребята, у меня проблемы. Чтобы вы понимали, вон там Обби, да, а вот здесь я. И у меня вопрос. Я не хочу умирать. Ладно, окей, единственный вариант, который мне предстоит, это умереть. Другого я просто не вижу.